Нахожусь в Лужниках в Москве на Moscow City Games 2012. Погода хуевая очень. Проходит жеребьевка команд, которые будут участвовать в уличном баскетболе. Вот такие вот машинки тут стоят спортивные. Мероприятие потихоньку раскочегаривается. Погода ужасная, блин. Авилон автосалон тоже вот выставил машины, Volkswagen свои, на продажу, видимо. Пиар-акция какая-то идет. Какой картинг прикольный. Движок сзади. Феррари 430. Картинг. Эльбрус Нигматуллин из Челябинска выступает. Эльбрус Нигматуллин. Сереж, время. Эльбрус, не уходи, сейчас пару слов без протокола. 22.90, на какое время? Подожди, пока запрыгался. Итак, друзья, представляю Сергей Трофимов. Ой, Трофимов, извини. Кстати, не путают тебя.
Меня еще со Стасом Михайловым иногда некоторые путают. Не, ну, с Трофимом, да, тебе. А может, споешь что-нибудь? Бык полга, мне пора, да лучше твои пора, подрыхалок, грамотный окуган, шаши пора. Там в силе, вот ваши слова, и везде это там все есть. Конечно же, такой секретаршей можно, тут, да? Но я скажу еще больше, Валентина Ивановича сыну 3 года. И мы уже наметили, Валентина, что на Красной площади в следующий раз он здесь с показательными выступлениями. А? Вот, серьезно? Надь, вот скажите прилюдно все. А, что, то есть еще будет 3 сына. Все слышали, чтобы на следующий год? Ну, не, как не задержим, мы можем допоздна. Пусть люди видят. Итак, Владимир Калиниченко, Россия. Это чистый лифтер, многократный чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу. Напомню, что есть такой вид спорта. Приседания со штангой на плечах, и штанги лежа, и становая тяга. Сумма свыше тонны. Довольно убедительно тащит он. Так, дайте Валентину, Сереж, дайте Валентину Ивановичу, чтобы он сел. Сереж, пустовал. Найди, а то Валентин Иванович сейчас куда-нибудь убежит. Всем слава, друзья. Да, но надеюсь, что когда парни будут показывать наши руки, будут твориться совсем, совсем другое. Доставайте свои гаджеты, доставайте свои мобили, потому что после официального открытия вы будете удивлены и стоять с открытыми ртами от того, что здесь будет происходить. Но я думаю, что мы только знакомы со спортсменами. Это еще даже не шоу. Это лишь только посмотрите в глазки, чтобы девчонки порадовались тому, какие красавцы парни со всего мира ездят, выясняют отношения на площадке в том числе. Сейчас вот 2 спортсмена из России и из Италии. Любят они друг друга очень. А я напомню, друзья, они вас призывают все лошади собраться сюда. Мы собираем всю толпу, всех гостей, которые пришли в большие игры Мегафона. Потому что эфилерия, эйфория, наслаждаются без руки с нашими комментариями, безумной музыкой и, конечно же, официальным открытием больших игр Мегафона. Остались считанные минуты. Вы уже распялись, друзья, как наши спортсмены. Давайте еще раз попробуем покричать. Эй, Москва, на 3-4, поехали. Да, погода делает свое дело. Нам нужно еще больше людей, друзья, еще больше. Идите к нам сюда, ближе. Фото фристайл, МПП сегодня здесь для вас в Москве. Большие игры Мегафона. Мегафон забрал сегодня лучших райдеров со всего земного шарика. Thank you.
Вы готовы? Вообще не кричите. Друзья, всем привет! Большие игры мегафоны, мы здесь уже выше вместе с вами. Потому что у нас высоты птичьи полеты, и мы всегда с любой точки здесь будет видно все то, что будет происходить. Потому что сейчас будет полуофициальное открытие, можно так его назвать. Лучшие райдеры со всего мира, которых мы будем представлять по очереди, поэтому все здесь со своими прыжками. Первая история, первая часть FMX сегодня здесь, в Москве, в рамках больших игр. Снимайте это все на свои гаджеты. Алексей Колесников, одна рука. Прекрасно. Очень технично, друзья. Леша Колесников, один из лучших. Да что там, один из лучших райдер Российской Федерации. Все Айси. Сада. Девчонки уже влюбились в этого парня. Друзья, нужно, чтобы вы их поддержали. Кричали побольше. Еще в ритм-пуске, подбадривайте, они будут делать еще сложнее. Други, Массимо Гагачини, Италия. Они все время выдумывают что-то новое, что-то интересное. Красотища, не правый, разошелся просто сейчас. Алексей Колесников, великолепно, друзья, отпускает воздухи, молодцы, как держивает его ногами, он рулем. Все, что на прямом ногу. Еще, зрители, еще! Друзья, вы видите себя со стороны? Ваши движения руки простые, вот так. Гиви!
самый лучший российский спортсмен. Поплели. Я думаю, мы уже всех запомнили. Я думаю, что мы будем безумно с Новой Зеландии. Поплели. Поаплодируйте. Поаплодируйте, друзья. Все сложнее и сложнее. Леша Колесников делает свои трюки, друзья. Еще его простонародье называют Калашников. Можно так его звать. Подогреваемся музыкой. Давай на разгоне кричать, как я, друзья, все вместе. Чувствуйте, как вам приземляется. Это его любимая песня, поэтому он сделал один из наших треков. Спасибо. Как полного отрыва практически, друзья, сделал Никфэмми, порадовал московскую публику. А парни все время в отеле сговариваются, они всегда сговариваются. Неугомонные парни. Пошел наш Колесников. Это красота, друзья, просто безумие.